спать. Вы не понимаете? Вы меня обидаете постоянно. Не магазин, а лично меня. В смысле? Я же говорю, у нас тут камеры. А вы колбасу тырите. Кому нужна твоя колбаса? Вам не стыдно? Стыдно, очень стыдно. Аж уснула. Все? Вы платить будете или я охрану вызову? С чего это? Я ее не ела. Как не ела? Вот смотри, упаковка тут открытая. Бракованная колбаса, значит. Вы издеваетесь надо мной, да? Я тут за 15 тысяч на кассе сижу, товар пробиваю, полы везде мою. Из меня ж потом еще штраф за это возьмут. А ты знаешь, как я живу? Я вообще по улицам хожу, мне ночевать негде, жрать нечего. Я работаю тут по две смены подряд, сплю в подсобке, фасую здесь все, расставляю. Но я никогда ни у кого ничего не крал. Она погостить к нам приехала.